предстоящие выходные в Ульяновском ТЮЗе покажут премьерный спектакль «История одного похищения». Постановка создана по мотивам рассказа о Генри, вождь краснокожих. Режиссер – заслуженный артист Российской Федерации Эдуард Терехов. Я думаю, что многим знакомы вообще в целом рассказы о Генри и, в частности, произведение «Вождь краснокожих». В 60-е годы был снят замечательный фильм, но с тех пор прошло уже почти 50 лет, и я думаю, что за это время появилось что-то новое, что можно сказать своим зрителям. И мы постарались найти в этом уже достаточно старом и популярном материале какую-то тему, которая близка нам, и я очень надеюсь, что ее разделит наш зритель. В спектакле нет женских ролей. В нем задействован практически весь мужской состав небольшого. Все они стали соучастниками истории одного похищения. Вообще думаю, что спектакль о многом идет о времени. Ведь мы всегда думаем, что его много, а ребенок растет. Я, к сожалению, не отец, я не могу следить за ростом ребенка, да, своего. Но можно подумать о времени, которое уходит. И родители всегда думают, что на ребенка найдется время. А он взрослеет, 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 ты понимаешь, что а время-то уже ушло, ты с ним не успел сыграть, ты не воспитал его, ты не вложил в него чувство фантазии. Спектакль адресован как детям, начиная с подросткового возраста, так и взрослым. Сюжет полон юмора, приключений, изобретательных каверс и увлекательных поворотов. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.